любопытная Ева. Всем привет, с вами Любопытная Ева и Казахстанская медиа-академия. Сегодня у наших гостей я буду спрашивать, из чего же состоит шуба у селедки. Интересный вопрос, да? Поехали! В чем сила? В правде? Однозначно, в правде и в музыке. Самое красивое место в Алматы. Ох, знаете, я у вас новичок. Поэтому для меня сейчас самое красивое место – это то, что я вижу каждое утро из своего окна. Это прекрасные Алматинские горы. Прелесть. Будете пускать салюты в Новый год? Я буду смотреть. Мы встречаем Новый год прямо в горах, поэтому будем смотреть на эту всю красоту сверху. Из чего состоит шуба у селедки? Еще раз. Из чего состоит шуба у селедки? Шуба у селедки. Ну, наверное, ну, скорее всего, из бриллиантов и розового майонеза. Какая прелесть. Санта, либо же Аяс-Ата? Аяс-Ата? Однозначно, что ближе, то и теплее. Отмечаете старый Новый год? Отмечаем. Так же, как и новый. Поцелуи любви еще работают? Однозначно. Однозначно. И чем ниже, тем сильнее. Какая прелесть! Каково на вкус советское шампанское? Со вкусом детства. Быть или же не быть? Однозначно. Каждое утро быть счастливым. В чем сила? Сила? В поддержке родных, вдохновение. Самое красивое место в Алматы? В Алматы? Я даже знаю, я очень люблю гулять в горах, наверное, Актюбе. Возможно, да. Будешь на Новый год пускать салюты? Я, скорее всего, нет, потому что я их боюсь, но думаю, мои родственники будут, и я посмотрю на них с безопасного расстояния. Аромат Нового года? Мандарины. И пряники. Санта или же Аяс-Ата? Сата. Отмечаешь старый Новый год? Нет, я отмечаю только новый. Поцелуи любви еще работают? Я думаю, что они есть только в сказке, потому что... Ну... Я думаю, что здесь есть какие-то спящие красавицы, которых может будить этот поцелуй любви. Пробовала на вкус советское шампанское? Советское шампанское нет. Знание какого школьного предмета тебе помогло в жизни? Не совсем помогло, но оно мне очень пригодится. Это знание английского. Быть или не быть? Быть. Ну и теперь такое короткое новогоднее пожелание. Ешьте побольше мандаринов. Либуйте салютами и... чтобы все плохое осталось в старом новом году. В чем сила? В людях. Самое красивое место в Алматы? Медео. Будешь пускать салюты в этот Новый год? Обязательно. Аромат Нового года? Мандаринки. Из чего состоит шуба у селедки? Блин, я даже не знаю, не люблю этот салат. Санта или же Аяс-Ата? Санта. Отмечаешь старый Новый год? Да. Поцелуй любви еще работает? Конечно. Каково на вкус советское шампанское? Как советское шампанское? Блин, по факту. Знание какого школьного предмета тебе как бы помогает в жизни? Английский. Быть или же не быть? Быть. Почему? Просто нужно быть. Ну что ж, сегодня мы поняли то, что шуба у селедки может быть не только из розового майонеза, но еще и из бриллиантов. Дорогие мои друзья, верьте в себя, и все у вас получится. Ну а с вами была Любопытная Ева и Казахстанская медиа-академия. Всем пока, всем удачи! Любопытная Ева. Ева. Любопытная Ева.